Ритам вадишьями, сатьям вадишьями, танмамавату, тадвактарамавату, авату мам, авату вактарам, авату вактарам. Ом шанти, шанти, шанти. Хираньярупам ушасо виюштау аястхунам удита сурьясья арохатхо варунамитрагартам атащакшатхих адитим. Это такое совершенно потрясающее видение. На выглядящий, переводит Ельзенко, как золото при воспламенении утренней зари. Сложное какое-то такое тяжелое слово, на выглядящий. Как золото при воспламенении утренней зари, трон с бронзовой колонной на восходе солнца вы поднимаетесь, о Варуна и Митра. Отсюда вы созерцаете несвязанность и связанность. Ну, я бы так совсем не переводил. Ну, давайте посмотрим, как мы переведем. Шри Аурбинд. Хираньярупам. To that home, whose form is of gold. Той форме, которая сделана из золота. Ночья, чьи столбы сделаны из металла или из стали, из железа, скажем так, iron. На заре, в момент поднятия солнца, вы поднимаетесь, о Варуна и Митра, и восходите, и оттуда вы сможете наблюдать бесконечность и конечность. Ну, это Шри Аурбинда, а у меня есть свой тоже интерпретация. А да, у меня нету перевода здесь. Мистерия того дома, который, форма которого сделана из золота, а вот столбы из железа, это тайный дом всего творения. Это мистериальный дом зари, которая пробивается сюда, к нам, и восхождение солнца. В этот дом Варуна и Митра восходят. Кто такие Варуна и Митра? Мы знаем, Варуна – это чистота и широта божественного бытия, а Митра – это светоносность и гармония божественного сознания. Вот они вдвоем поднимаются с восхождением зари, с восходом солнца, с которого вы, Митра и Варуна, поднявшись на трон, вы сможете увидеть бесконечную мать Адити, Парапракрити, и конечную, разделяющую мать Дити, Апарапракрити, низшую Пракрити. Наше сознание таким образом становится
осознающим обе манифестации, да, трансцендентальную и эту. Это и есть, собственно, весь смысл того, почему боги вовлечены в манифестацию, в это, в жертвоприношение. Вы, Митра и Варуна, восходите к трону Гартам или к высшему месту, откуда Атах, Чакшатхи, вы наблюдаете или видите Адитим, Дитимча, бесконечную божественную мать Адити и конечную мать, то есть которая разделяющая сознание, которая создает эти миры в пространстве и во времени. Обе матери вы сможете наблюдать, обе природы, трансцендентальную и эту природу. Есть позиция, верховная позиция, да, с которой можно видеть оба мира или оба создания, оба творения, как единое творение. И эта позиция, это и есть самая центральная позиция, да. Супраментальная позиция, в которой сознание Пурушоттамы, верховного существа, может реализоваться. И это то, что привлекает всех богов. Всех богов, всех людей, всех демонов, всех существ. Это позиция, с которой можно увидеть оба мира как один. То есть увидеть эту манифестацию как манифестацию божественного. Здесь тоже можно, сейчас я только увидел, можно разделить этот стих, потому что здесь как бы четыре пады. Хираньярупам ушасо виюшта, в возникновении зари, в появлении зари золотая форма. Аястхунам и столбовая стальная форма удита сурьясья при восхождении солнца. Удивительно, что вот такое отделение на пады, на строфы, потому что когда поднимается заря, а заря есть, собственно, божественная мать, да, которая сюда проникает, Адити проникает сюда, в наш мир, в нижний мир, да? Посюсторонний мир, в Адити проникает Адити, так сказать. Она является золотую форму. Но когда восходит Сурья, то появляется стальная крепость, мощь. Почему Сурья приносит эту мощь, если это так, если эти пады носят еще и семантический характер, вполне возможно, то и объяснить это можно тем, что Сурья является атманом или телом, да, самой сущностью, самой субстанцией супраментальной. И когда эта супраментальная субстанция реализуется, то появляется стальная мощь всему этому, всей этой манифестации. То есть абсолютная неразрушимая сила является супраментальной манифестацией. Мать говорит о супраментальном теле, которое будет в будущем как очень такое мощный density. Density – это такое по-русски да, русский язык, у меня проблемы с русским. Плотности, да. Абсолютной... Это плотность вроде как. Да, да, плотность. Абсолютной плотности тела будет. Такой плотности немыслимой. Будет казаться тяжелым это светоносное тело. Вот эта плотность стальная, да, которая является с восхождением солнца, с манифестацией солнца,
скорее всего, это супраментальная субстанция, которая явит себя в этом мире. А заря явит вот эту золотую форму, а солнце как тело, тело субстанции явит вот эту плотность. Но это я спекулирую, конечно. Это я беру как бы элементы из объяснения матери супраментального тела. И зная то, что Сурья является символом супраментальной манифестации, я как бы провожу такую аналогию. И когда восходит Митра и Варуна вместе с этим, а кто такой Митра и Варуна? Это как раз и есть божественное сознание, божественное бытие. Это и будет та самая субстанция божественного бытия в Солнце. Ведь это и есть те самые основные составляющие Солнца. Варуна, Митра, Арьяман, Бхага, Дакша, Амша и Сурья. Сурья – седьмой брат, воплощает всех шести братьев внутри. Вот они и явят свои качества божественного бытия и сознания. Они вместе с Сурьей, с манифестацией супраментальной, поднимаются на уровень к трону, с которого можно будет увидеть обе манифестации как одну. Ну и вот следующий стих, скорее всего, последний. Одну секунду я гляну. Да, последний стих. Яд Бандхиштхам. Вот здесь тоже. Яд Бандхиштхам Нативидхе Судану Ачхидрам Шарма Бхуванасья Гопа Тена Номитра Варунау Авиштхам Сишасанто Джигиван Сахсияма. И вот заключительный стих. Тот самый крепкий щит без трещин, который не пронзить, о прекрасно дарящий, о пастухи мира. Им, о Митра и Варуна, защитите нас, желая добыть, пусть будем мы победителями всегда. Яд Бандхиштхам Нативидхе Судану. Шри Обинда переводит: that bliss of yours, which is most large. Не крепкий щит, а блаженство, которое самое огромное, Бандхиштхам, и полный, без всякого пробела, наполненные без всякого пробела, о сильные защитники этого мира. So that none can be, чтобы никто не мог пронзить и сквозь него и выйти за его пределы, то блаженство, да, в которого нет пробела. Его никто не может пронзить, это блаженство, пошатнуть, оно всецельно оккупирует наше сознание и мир. Им, этим блаженством, вы cherish нас, вы защищаете или балуете нас, или как это сказать, плекаете нас этим блаженством у Митры и Варуна. May we be victorious, да будем мы победителями. Who would take possession of that peace, который овладеет тем покоем. Шарма. Шарма этого переводит Ельзаренко как щит. Шри Аурбинда всегда переводит шарма как покой с блаженством, блаженный покой. Удивительная вещь. Ачхидрам, без разрыва, без пробоин, покой, защита, покой, блаженство. О, защитники Бхуванасья Гопа, защитники этого мира,
Судану, щедро дарящие, да? Снова это они оба прекрасно дарящие, переводит Елизаренко. Нативидхе, не пронзить, чтобы не пройти сквозь него. Это своего рода нативидх. Это дательный падеж, который используется как не для пронзения, то есть как инфинитив. То есть банхиштхам огромная, ачидрам неразрывная шарма, блаженство, покой, защита. Вы, защитники мира, Бхуванасьягопа, тена, этим, который вот этот огромный, непроникаемый, непронзаемый покой, мир, блаженство, им, нас, о Митра и Варуна, авиштам. Cherish, да? Интересное слово «ав», то есть корень «ав», «аватумам», «защищайте», так будет переводить, скорее всего, да, «защитите нас», будет переводить Елизаренко, потому что в словаре это первое значение. Шиобиндо дает ему более наполненное значение, это от корня «у» простого, это пронзать, расти, проникать, наполнять изнутри, да? И отсюда наполните нас изнутри этим блаженством. Да? И отсюда он переводит «череш нас». Да? «Череш» – такое слово многозначительное. Балуйте, радуйте. То есть плекайте, да? Или как там еще можно найти. Как храните, может. Храните, о, хорошее слово, храните нас этим, да. Наполнив нас, храните этим, да. Нас, кого нас? Да будем мы сияма, сишасантах, обладателями, да. Да будем мы теми, которые смогут овладеть, джигивансах. Да будем мы теми, которые захотят победить. Заметьте, что здесь формы такие, сишасантах – это дезиративные формы, и джигивансах. То есть мы, которые… Как вы это перевести? Да будем мы желающими овладеть и желающими победить. И вот это вот желающими, оно тоже имеет смысл. Почему? Потому что вот да появится у нас вот это вот устремление или желание, интенция победы и добычи или реализации. Да появится у нас этот огонь реализации и победы. Да будем мы теми, у которых будет постоянно гореть этот огонь. Как только этот огонь зажигается в нас, уже нас ничем не остановить. Мы будем все время... И почему такая форма, скорее всего, потому что... Собственно, конца этой реализации нет и не видно. То есть это не то, что да овладеем мы чем-то и на этом все заканчивается. Нет. Да будем мы постоянно устремляться к овладению. Да будем мы постоянно искать победы. Да? Потому что за победой будет нужна другая победа. И за этой, за реализацией другая реализация. И самое важное качество именно как раз это горение. Да? К реализации и к победе. Поэтому используются дезеративы. А сияма, сияма, это что означает? Это оптатив. От корня ас, сьят, сья, там, сьюгу, сьях, сья, там, сьяма, сьям, сьява, сьяма. Да будем мы.
И вот кто мы, это джигивансах, это определение нас, да, желающими победить, и шасантах, ищущие или желающие реализации. Вот такой красивый конец этого гимна. То есть Риши не преувеличивает своих полномочий, да будем мы в горении, в стремлении реализовать и победить. А вы нас, Митра и Варуна, наполните этим неразрывным, абсолютным блаженством, защитой. Хорошо, ну вот так. Здесь есть еще много аппендиксов всяких. On eagles of omnipotence, omniscience, которые я беру из других гимнов. Это просто аппендикс. Шри Рубинто тоже в своей Савитре использует эти образы. The eagles of omniscience and the rivers of the beyond. Rivers poured down of bliss and luminous force. Реки стекали вниз блаженства и светоносной силы. Это эти и есть наполнение. Наполните, да? Авиштам, вот это последнее слово. Наполните нас. Вот этой шарма. Блаженством и светоносной силы. Visits of beauty. Storms, sweeps of delight. Посещение красоты и штормы, сметающие штормы блаженства, rained from all powerful mystery above. Стекали или дождили, да, с всесильной мистерии свыше. Thence stooped the eagles of omniscience. И оттуда слетали вниз на нас вот эти орлы, всезнания. Птицы всезнания слетали свыше. Об этих птицах всезнания здесь в Ригведе и в других местах очень много всяких пассажей. Хорошо, я остановлюсь здесь. Если есть какие-то вопросы или чем-то хотите поделиться, пожалуйста. Володя, а вот это слово «шарма», я вот посмотрела сейчас в словаре, тут столько значений, и они очень объемные, что ли. И как «delight», как joy, как bliss, и при этом еще и refuge, и shelter. То есть вот эта радость, она может быть как защита и как убежище, и как счастье при этом. То есть вот это состояние, оно само по себе уже является таким ценным, да? Да, да. Шарман, мы можем по-французски оставить. Шарман, да? Да, шарман, ну, как бы очарование, да. Да. Это очарование, которое всепроникающее, оно везде, оно у тебя, тобой овладело. Это вот, вот то, когда мы приходим домой, а дома то, что мы называем, как это по-английски говорят все время, cozy, cozy, все, да? Везде ты чувствуешь себя в покое, в радости, блаженстве. У тебя нету нигде сопротивления ни в тебе, ни снаружи, ни внутри. Это вот та защита, где ты можешь находиться сам в себе.
И отсюда вот эта идея щита, да, как бы, то есть шарман, отсюда шаранам другое слово, да, защита, или убежище, прибежище, в котором ты сможешь расслабиться и стать самим собой. Наша ситуация такова, что мы все не находимся в своем доме. Нас куда-то сместили в пространство, которое не является нашим домом, не является безопасным, как бы, место пребывания. Везде опасности на нас смотрят, дышат. Да? И создать вот этот безопасный дом, радостный, это и есть, собственно, наша задача. Чтобы везде был один безопасный дом. Почему появились вот эти все интересные идеи вот Европейского вот Союза, или там, когда Европа появилась как безопасный дом для всех, всех она притянула, все хотят приехать и жить в Европу. Почему? Вся эта Азия, все рвутся в Европу, да? Почему? Потому что была создана вот эта безопасная структура, в которой ты можешь быть самим собой, кто бы ты ни был. Это и есть идеал демократии. Ты можешь быть самим собой без того, чтобы быть врагом кому бы то ни было. Но в других формациях социальных это не совсем так. У тебя есть своя ниша, и ты не можешь выйти за рамки этой ниши. У тебя есть определенные, как бы, предписания, как себя вести. Ты еще не в своем доме. Это как бы первые попытки, так бы, создания вот этого абсолютного духовного мира вокруг. Да? Это первый шаг, конечно. Демократия далеко не совершенная форма. Но это все туда. На пути к тому, да, к духовному сообществу. И для этого нужна вот такая полная открытость, прозрачность, всеохватность, чтобы не было никаких препятствий, да? Но это как касается и социума, и просто внутреннего состояния. Да, и узнавание истины в себе и в других. Видеть эту истину в других, помогать им ее реализовать. Это совсем другой мир. Тогда появится вот тот шарман. Шарман и кози. И кози, да. Шарман, кози. И шарма появится. Да. В принципе, вот такое чувство есть, когда приезжаешь в Европу после наших там, да? Но у нас же это неизвестно, как может развернуться все, да? В любой момент ты можешь стать предателем или иноагентом, или еще чем-нибудь угодно, да? Неугодным, да? Врагом народа. Вот это враг народа, который ввели, это самая губительная форма для социума. Что среди нас могут быть враги. И отсюда нужно быть все время на острие, все время смотреть, кто враг, кто не враг. Ты не можешь расслабиться. И отсюда вообще невозможно создать эту шарман, да? Эту форму, где ты дома. Нету дома. Везде враги. В любой момент. Даже члены твоей семьи, твои братья и сестры могут стать врагами в любой момент. Это страшная вещь. Об этом Шиобиндо описывает в Descent into Night, да, в канто своем, когда появляется вот это само, говорит, пространство, сам воздух был наполнен предательством. Вдыхая воздух, ты вдыхаешь предательство. Вот эта вот формация, она страшная. И когда приезжаешь после всех этих выяснений отношений, перебоев и всего того, что в Европу, там, в Норвегию, то ты не веришь, как можно жить расслабленно и спокойно. Просто не веришь, что такое бывает. Да?
Не-не, ты подозреваешь, что люди играют в эту вещь, что у них нет этого покоя. А потом постепенно, потихоньку, через годы ты начинаешь понимать, что нет, все-таки у них есть совершенно новые качества, которые совершенно у нас забыто давно. Вернуться к этому качеству не так просто, чтобы уважать других без того, чтобы они что-то значили для тебя. Это большое достижение. Это Это я прям так. свобода. Я Да. прям почувствовала, когда действительно ты можешь уважать другого, потому что он такой же, как ты, Да. Или другой от тебя, или мимо. другой, но ты его чувствуешь как Да. душу. Ты, да, но даже если ты его не чувствуешь, ты его уважаешь за то, что он просто есть. Да, и Да. все. А он тебя уважает за то, что ты есть, и дает тебе твое пространство. Он у тебя пространство не отнимает. Он не отнимает у тебя ресурсы. Он на тебя не наскакивает, от тебя ничего не требует. Это вообще немыслимо. Чтобы никто ничего вообще никак. То есть как же так? А где же вот? А я с претензиями. Я не могу в очереди выстоять, если кто-то очень долго передо мной там что-то там разговаривает с кассиром, да? Или там билет покупает, а потом долго деньги вкладывает в кошелек, стоя перед кассой, не отойдя, чтобы дать место другому уже, забирая мое время, да? Покупает продукты, а меня уже бесит. Я уже готов ворваться в бой, отвоевать свое место. А смотрю, все остальные спокойно к этому относятся. Никто не рвется. Потом я осознаю, Боже, я же с другого мира приехал, где нужно себе место завоевывать, отвоевывать все время. Воевать за себя. Ой, жуть. Силь все время удивлялась, чего я так рвусь в бой. На пустом месте рвусь в открытые двери. Это вот воспитание. Воспитание выживания. Это смешно. Это ужасно смешно. И наблюдать за своей психологией, как она постепенно меняется. А потом ты узнаешь, в каком напряжении постоянном ты жил, в страшном напряжении. Вы этого не замечаете, вы живете там в этом. Оно стало частью вашего сознания. Вот когда сознание меняется, выезжаешь, как бы выбываешь из этого напряжения, то начинаешь понимать, в каком огромном напряжении ты жил. Хорошо, ладно. Я хотел узнать, Владимир, как у вас время сейчас там, в Новосибирске? У меня сейчас без 10:09 вечера. А, 9. Хорошо, я буду Вполне знать. нормально. Нет, просто в тот раз, когда переносили, я, видите, у меня Не, свои как... нет, нет проблем, нет проблем, я Я... понимаю. Мне поздновато было. Ну, то есть я мог их напрячься, но... Нет проблем. Я просто хотел узнать разницу во времени, потому А что вы сейчас не в Индии, да? Вы сейчас в я в Америке? Америке сейчас, у нас 10 утра. Без 10, без 8, 10. Меня это время вот полностью устраивает. Если как бы другим надо перенести, ну давайте. Не надо переносить. Мы оставим это Это время. очень хорошее время, да. Для меня прям идеально. У меня, правда, сейчас в 9 начнется тут сатсанг. Еще сатсанг. А это вот ну, учитель йоги наш, который из Варкалы, как это, какой штат это? Ну, на юге Индии, где Тривандрум. Керала, да? Керали, да. Он, поскольку тут у нас уже не было 2 года из-за этого ковида, то все ждут очень с ним встречи. И вот он как раз через минут 7 будет сатсанг с ним. Понятно. Поэтому я. А у нас будет ом, а у нас будет Савитри Санде с Манародом, да, Ага. через 7 минут. Но у вас там по-английски, правильно я понимаю? Ну да. Это По-английски. мы Ну, читаем с Савитри, да. кстати, а это сколько продолжается? Час или
Полчаса, полчаса. Полчаса всего? Да. Так мне надо тоже туда. О, 45 минут мы сделали. Да, мы сделали 45 минут. Было полчаса. Володя, а вы хором сейчас не делаете? Не делаем, да, все, он прекратил, потому что он имеет ом. Ну да, он живой теперь проводит. Живой, и он мне хорошо там технологически сложно петь вместе, но да, не получается со звуком. Хорошо, я тогда закрываю мантрой. Ом сарве бхаванту сукхинаха, сарве санто нирамаяха, сарве бхадрани пашьянту, ма кашчит духха бхаг бхавет. Ом шанти, шанти, шанти. Шри Гурубхьо Намаха, Хари Ом. Хари Ом. Все, пока, друзья. Спасибо большое. Пока.